I would like to play Ukrainian game up front of the Nuremberg trial building that we just visited, just to remind all Russians who started this horrible war what you will have in final. It was not just 12 or, you know, whatever the main person, it was 12 trials who touch the all the doctors who help, you know, to kill people in the concentration camp, the lawyers, everyone. Yeah, Russian parliament, remember, 400 of you, you will respond for this work. Я стою около здания Нюрнбергского суда, которое мы только что посетили. И это то, что должны помнить все. Здесь или в другом месте, в таком же здании, все, кто начал эту войну, они все ответят. И ответят не только главные зачинщики, но ответят еще все те, кто не противлялся этой войне. Все те, кто кричал: «Да, давай, убьем, захватим». Все те, пусть это будут мои сестры, или пусть это будут мои друзья, но все, кто сказал «да» войне, они все будут наказаны. Leopold, our society trying to help Ukraine to stay with this war. Any kind of donation will be appreciated. Leopold, our society is a non-profit organization dedicated to the young musicians. Many of them suffer in Ukraine right now, and we would like to emphasize how important even $1 will be much more important than many, many words. Ассоциация Леопольда Аура посвящена помощи молодым детям, в смысле молодым музыкантам, которые занимаются музыкой, многие из которых проживали в Украине, и сейчас у них нет ни возможности не заниматься. Их педагоги, некоторые убиты, некоторых классы порушены, Харьковская десятилетка разрушена. Любое приношение, любая маленькая помощь поможет этим детям провести лето в наших, на наших летних фестивалях, или поможет им устроить их будущее, потому что сейчас в разрушенной Украине дети не смогут заниматься, им негде будет заниматься. И я с вами, Украина. Слава Украине!